Мы находимся на форуме «Магазин 2021», который устраивает «Метро», «Фасоль». Это тоже бренд «Метро». Дмитрий, вы спикер, вы будете всем рассказывать про затраты. Расскажите, как изменились или, может быть, не изменились затраты у предприятий из-за ковида. Вот как ковид повлиял на затраты малого или, может быть, не малого ритейла? Ну, я считаю, что у малого ритейла не сильно изменилась ситуация из-за ковида, потому что как раз основной наш клиент не мог ездить к нашим конкурентам и посещал дома, магазины у дома, именно наш сегмент. Сильно, конечно, не изменились, но дополнительные затраты возникли, конечно, обязательно. Это соблюдение санитарных норм повышенных, это контроль, ну, так далее. Все, мы все их проходили, мы все их знаем, да, появились дополнительные затраты. Я, как, допустим, владелец какого-то стрит-ритейла, какого-то небольшого магазинчика, какой совет вы мне можете дать, что вы мне можете посоветовать, рекомендовать? Я вот только-только выжил, вот только-только, и хочу от старших получить какое-то знание или рекомендацию, что мне дальше делать, на что обратить внимание? Научиться считать свои затраты, свои обороты, свой средний чек, именно использовать то, что нам дают системы автоматизации, использовать в полной мере, еще раз, считать свои затраты. Это самое главное, наверное, на сегодня, именно вот в ситуации такой обстановки. Так, я вас не отпускаю. Последний вопрос. Почему, если вы говорите, так важно считать затраты, что их раньше не считали? В смысле, почему вам нужно каждый раз говорить, считайте затраты, вас не слушают или почему? Или почему так сложно? Не слушают, я считаю, это происходит таким образом, что человек либо считает просто на калькуляторе и ошибается, либо доверяет это своему бухгалтеру, у которого другой склад ума, он считает ему не так, как нужно. Он считает ему отчетность перед государством, а не его фактическое положение, где он находится, какие прибыли он получает, что он зарабатывает и что он не зарабатывает. Обратите ваше внимание на управленческий учет, а не на бухгалтерский. Это говорит об этом Дмитрий. Вот такая экспертиза звучит на форуме «Магазин 2021». Не переключайтесь, скоро включение с новыми спикерами.